В общем, сейчас я за 3 минуты вам покажу все, что... Я знаю. Все, что Адам Варжинский продает на 3 DVD на BG Fanatics. За 3 минуты. Вообще максимально просто. Просто он это уже посмотрел. Я это уже посмотрел. Вот так, ложись. Смотри. Короче, неважно, хавгард, любой гард. Называется Polish Power Passing. Переводится... Польское мощное продавливание. Мощный по-польский проход гарда. В чем суть? В осанке. Жопу нужно в одну сторону развернуть. Не говори жопа. Попа. Орех. Советую, кто хочет так же сделать. В общем, суть в чем? Чтобы по-польски проломить, так сказать, гард, вам нужно таз развернуть в одну сторону, взять за рукавчик, ну, очень, очень крепко, очень крепко, и голову развернуть в другую сторону. Таким образом, так сказать, позвоночник скручивается винтом. Вот так я вот сделаю. Но судья не любит, когда я так делаю, поэтому я как делаю? Я руку засовываю поглубже, и вот так вот предплечьем отламываю, и прохожу гард. И смотрите, как я круто смотрюсь на фотографии сразу. Лежать. Вот, я здесь руку еще ломать. Но это меня детство на дзюдо научил. Крякнет Валерий Леонидович. В чем суть? Давай еще раз. В чем суть? Позвоночник мы винтом скручиваем. Вот, пока у него спина прямая, ему удобно держать, он меня отсюда будет даже пробовать слеповать, там хватать по-всякому. Вот, но как только я его разломил, вот так вот развернул. Да, даже вот так. Вот, даже вот так. Ему уже побыстрее хочется из этой позиции выбраться, потому что ему, ну, неприятно, немножко больно и грустно за бесцельно прожитые годы. Вот. Что еще? Помимо осанки, гард у нас это что? Это когда коленочки близко к груди. Вот. Соответственно, коленочки нужно сделать далеко от груди. Как мы это делаем? По-польски. Обращаю ваше внимание, чтобы это сделать по-польски, я беру вот это вот все и его коленочку просто сталкиваю. Хлоп, столкнул. Вам не видно было оттуда. Для этого мы сейчас развернемся. Вот эту руку я использую для того, чтобы развернуть его в другую сторону, когда он подтягивается ко мне, просто поворачивается в эту сторону. То есть этот захват не важен. А вот этой рукой я забираю эту ногу, снимаю со своей пятки крюк и просто выталкиваю. Хоп! Я вам сэкономил 26 часов времени. Вот. И вы все знаете о проходе хавгарда. Вы теперь непобедимый польский гардпассер. Power. Power. Можете делать своему инстаграму /power. Да. Или /polish/power. /polish/power. Как удобно. До свидания.